Доброго времени суток, дорогие друзья, мы продолжаем играть в Трайн, с вами Жека и Жека, или Док Браун и Жека, кому как проще. Всем привет. Да, я не знаю, я... О, что-то есть. О, скрывай. Картинку для коллекции. Айфу. Ё-моё. А здесь? Грустно как-то. Они выглядели такими счастливыми вместе. За этой картиной что-то есть. Точно, что-то зачем? Есть. Давай, убирай. Зачем уничтожать произведение искусства? Кто-то рисовал. Какое оно произведение искусства? Давай. А, понятно. Я самый храбрый, я так вперед сразу. Принцесса, а лететь-то долго. Просыпайтесь, ваше величество. Ага. Была девочка и выросла тетя. И батя тоже растет, она тоже растет. Дерево растет и... О, водичкой полить нужно. Но она продолжала спать мертвым сном. Она нас не слышит. Какая жалость. Печаль, беда. Ну, конечно. Это заклинание волшебного сна. Оно практически... Опять заработаем что-то искать. Мы не должны здесь находиться. Тетя, ты плохая. Стало быть, артефакт душ привязан к вам троим. Интересно, что с ним станет, когда вы все умрете? Нас бить будут. Артефакт никогда не станет тебе помогать. Твой коварный. А я чувствую, что сейчас мы бить кого-то будем. И возможно даже ногами. Я не хотела, чтобы лес похитил у Изабель ее силу. Но с помощью вашего артефакта я восстановлю порядок на этой земле. Нифига у тетеньки не получится. Это... О-о-о! А это, походу, настоящий Жека. Или ты тоже будешь рассказывать, что это фальшивый? Нет, это уже, наверное, настоящий. О, ему мой молот, по-моему, просто фиолетово. А видишь, кольца, ему пирсинг нужно уничтожать как-то. А, я на кнопку, а ты по листиках и что-то делай. Ауч! Воин минус. О, я что-то сделал. А, как? Люди, как? Цепи, цепи рога, видишь? Справа в верхнем углу. Ага, так просто сказать. Да ёлки шпалки. Это эпик. Недолго длилась эта битва. О, да ладно, что с этого момента? Не, думаю, можно пропустить. А, нормально. Так, воин. Вода. Я пошел направо. Пробую там. Там тоже просто. Надо как-то, может, с двух сторон, я не знаю. А там мага. О, я уже что-то сделал. Как? В серьги, целься в серьги. Меня сейчас вынесут. О, есть, 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 у меня тут растет. Сейчас, 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 сейчас. Возьми лучницу. Лучницу возьми. Со своей подожди, стороны. Подожди. Зачем ты сюда пришел? Иди отсюда. Иди отсюда. Да я ушел, я уже у себя. Стреляй по серьгам. Стреляй, ну! Дурак. Да ты... со своей стороны тогда выносить. Давай, ты со своей, я попробую. Нифига тебя со своей не получится. Потом поменяемся. Какой-то он злой. Ой. Ой, ящерица, фу, фу. Ой, она не одна. Так, ёлки-шпалки. Сейчас я восстановлю всем нам хп. А как? Ну только что, вот же, ты видишь там, где я, тут этот самый. Ага. А ну, сейчас я... Ну, давай, 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 морда. Я готов бросать. Не вышло.
Ого! Вот это я жесткий. Как мы его выносим? Я даже не закупаю толком. Но он мне не нравится. Так, я всем ХП восстанавливаю. Я, короче, я не знаю, я делаю то, что я могу. Я восстанавливаю ХП. Ящерица, плохая. Сейчас она сгорит. Может быть. Нет, не сгорела. Оу. Жека, сейчас почти. Нужно, чтобы его отвлекли на вторую сторону. Блин, надо ХП выровнять. Давай. Я поднял тебе ХП. Ну! Иди. Я на другой стороне, да. Кинул в него что-то. Yes. Я вообще не понял, как это все происходило. Там какие-то серьги, рога какие-то, что-то бред какой-то. Она упала. Самое главное, да. О, что-то. Начали распутываться и опадать. О, цепь. У Каморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. Идем и ночью. Кот ученый, все ходит по цепи кругом. Пораженные герои увидели, как Розабель упала в подземное озеро. Ой, блин. Изабель тут же бросилась следом за промелькнувшей тенью Розабель. Тазик в ноги. Ноги в тазике в воду. Ай. О. Вообще-то мужик должен так девушку выносить. Да ты знаешь, похоже, что там что-то по лицу там тяжело разобрать. А грудь? Ну вот если не глядя на нее, а только на лицо, то похоже на мужика. Я просто хочу домой. Таиландский трансвестит. Шо-шо? Таиландский трансвестит. Но как же мы будем выбираться отсюда? Порталов-то больше нет. И тут появилась тройка. Ой. И всех спасла. Неужели это конец игры или что тут? Свет становился все теплее и ярче. Нет, она сейчас покажет дорогу и идет. А, и типа возвращайтесь. Скрылась глаз. Тройка вернула наших героев назад в тот самый лес, где рыцарь и маг встретились в самом начале путешествия. Не, а ты прикинь, не пришлось самим идти. Мы выполнили свою задачу. Наше королевство спасено, а леса вернулись в норму. Но как мы это сделали? О, главный вопрос, как мы это сделали? Кстати, да. Равновесие восстановлено. Бегали жабы, равлики, драконы. А, блин, точно! Я думаю, что я хотел сделать? Зоя, ну все же ты умница. С тебя 5 золотых? Что? У тебя же есть корона. Всю дорогу. О, яйцо со светильником. Видел слева? Слева видел. Конец, да ладно! Принцесса и тыквы были спасены, и великое приключение наконец-то подошло к концу. И чё сейчас? Подожди, два достижения. А ну погоди. А почему на английском дальше? Не знаю. Не хватило ума перевести. Не беда, все равно ни черта непонятно. До этого было и сейчас. На, убирай. На тебе! Это было! Огонь баба. Это точно русская. Не боится горячую иглу. Это типа что, продолжаем или как?
Без понятия, игра закончена. Позвольте рассказать небольшую историю, которая объяснит появление гоблинов, с которыми мы столкнулись в заброшенной глуши. Пока гоблины делали свое черное дело, три наших доблестных героя возвращались домой после задания. Амадей, Понти и Зоя, герои тройки, наконец вернулись после далекого путешествия через отдаленные земли. Продолжаю. По-моему, я правда не засекал, но по-моему по серии нормально, так что погнали. Правда, почему на английском? А у тебя только что было на английском написано? Нет, написано было на русском, но озвучено-то по-английски. А у меня же написано же на английском было. А я ставил русификатор, так что... А мы что, сейчас за гоблина играть будем или как? А, нет. У нас какие мы стрёмные. Ты знаешь, да, сдалека персы выглядят куда прикольнее. Ворока как проститутка сидит возле барной стойки. Я воздержусь от комментариев. А что у мага шестеренки на шее делают? Не обратил внимания. Оу, так, ну все, понесла. Игра так легко, я смотрю, короче, не кончится. Нас не хотят отпускать. Все ради подписчиков. Да. Уйди оттуда. Ну, ай, ладно, перестала говорить. Ни хрен себе. А куда дальше? А! Ай! Так. В окно, десант! За ВДВ. О, значит, тут... А мне эти локации нравятся, должен сказать. Пойдем. Блин. О, тройка. Блин, перевода нет. Ну типа, короче, куда идти, короче, что... О боже, что же делать, как же быть дальше и так дальше, ну ты понял. О май гад. А тут что-то... О, катапульта. Смотри. А, ну. Так. А ну еще раз так сделай. И ну. Блин, я сильно толст. Давай еще раз. Это все потому, что кто-то слишком много ест. Мага дай. Не дам. Инвалид, мага дай. Блин, да что? А я и так вылетел. Дипень. А еще я не могу его. О. Ага, я понял. Чё за... Чё за нах? Может, давай попробуешь вот так вот, короче? Давай попробуем. Ну-ну-ну-ну-ну. Отлично. Прощай. Ой. Нет, давай назад. Мага, возьми, держи так же палку. Палку сделай эту. Ну блин, ну ты это самое, давай. Делай мост. А, мост? Так. Ух. Прикалываться. Нормально. Ты. Дерево красивое. Так вообще локи. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Камикадзе. А, не нормально. Ой, а нет, не нормально. Вс
Слышишь, мне это не нравится. Ай-яй-яй. Они психи. Тяжело. Блин, на английском нифига непонятно. Заходите к Пенни в пекарню, чтобы поесть вкусно и сладко. Насладитесь пирогом с мясом и почками, а яблочный пирог оградит вас от зубов. Ну, короче, очередное продолжается. Ай, он... Жека нужен чекпоинт. Срочно. Сейчас. А нифига. У тебя меч не огненный. Сверху чекпоинт. Есть. Забирай своего толстого. Ну, забирай воина. Да я стреляю. Подожди. Стреляю ты. Не забирай воина. Сейчас рванет Джека. Сейчас рванет. Ты дурак. Где? Шо рванет? Ничего не рванет. Ты видишь, я там тушу. А-а-а. Зачем тебе вода? Тушу, говорю, что ты не видишь. Чё, вот, блин, вот. Это не так делается. Ну ладно. Там было куча огня, слышишь? Слышу. Так. Тушу! О-о-о, нам в тазик. На ёлки. Ой-ой-ой, а здесь базукой даже есть. Подожди, я в тазике. Док Браун. Что? Иди сюда. Почти. О, они себя частично фигачат. Все же. Походу нам... В колодец. Воу! А тут ничего так. А ты уже запрыгнул? Да, я уже тут. Йоу-йоу-йоу-йоу! Уже когда гоняю. Подожди, я тебе ящик сбросил. Да я уже, вообще не там даже. Я уже до чекпоинта дошел. О, тут теперь не паром, тут теперь вода, короче, знаешь, такие из трубы бьет, зацени. Гранцбойт, прикольно. Гидрант. Оу. Вот это было сейчас зря. Жека. Это было очень зря. Почему? Потому что надо как-то... Да нет, дело в том, что вот дальше надо залезть. Правильно, нужно воду перекрыть, и тогда все будет гуд. А где? Вот здесь. Погоди. И... О, я за ништяками поплыл. Ой. Ну ништяки хорошо, а дальше-то как? Ой. Ай. Все, не надо, выплывай оттуда. А все равно, нифига, воды здесь не больше. Не меньше, я бы сказал. Подожди, не, надо реально там посмотреть, там интересно.
Уч, так, есть. Что такое? Почему меня? А что ты сделал? Я Жить. Не знаю. Или это... Тю, что-то я короче, не понял. А ну дай мага. Хм. О, а может так? Не-не-не, подожди. Убери ерунду эту. Банки забрал. Так, ну банки это хорошо, а там что-то... Я просто смотрю, что там что-то было, а вот... Давай, выше. Туда-сюда, да. Блин, зараза. Не знаю, что делать дальше. Главное, там чекпоинт. Жека, слышишь, а если... давай, не, слазь, там не, нет, слазь. Нам давай. Туда. Куда туда? Нам справа, вон чекпоинт справа, видишь? Нам туда. Я думаю, что мы здесь не все решили, наверное. Здесь все так быстро вращается, что я не знаю, как успевать. Не, я одну проскочил, а на второй почему-то вернулся обратно. Значит, иди ко мне. Ай. Ну, мне еще одна. Если я проскочил дальше, я всплываю. Здесь чекпоинт и сундук. О. Так. Мне картинка не понравилась. По-моему, это о чем-то говорит. И все, больше здесь ничего нету. Значит, не надо было туда идти, короче. Жека, давай, смотри. Что я сейчас... Давай ящик ставь, чтобы я мог на него запрыгнуть. Давай попробуем. Да держи. Вот. Еще раз. Давай еще раз. Почему каждый следующий ящик меньше предыдущего? Ну ты ж прошел. В чем беда? Ай-яй-яй-яй, нет. Сейчас, шоп, о! Воу, ого! А я как? Эй! А ты как? А ты как давай мага сюда, и я тебе сделаю. А хотя нет, я тебе ничего не сделаю. Потому что я тогда упаду в воду. Я в восторге. Тут грибочек еще такой. Только не пойму, зачем он нужен. А, о, есть, отлично. Жека, отдавай мага, я до чекпоинта пошел. Давай. Погоди. Бери воровку. И что мне с ней делать? Бери, давай, все. Ну, взял. Отлично. Так. Ооо! Тут такая троянская лошадь. Что за о, грязная тактика. Жека, блин. Короче, я тебя поздравляю. Да сдохни ты уже, понимаешь, как? Как? На. Офигеть. Да что ты делаешь? Давай, плыви! А ну еще раз. Но.
А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот. Там наверх, вот а ты ну, там. А ну дай мага, дай мага. На. Тонет он или нет? Тонет, утонул. Утонул? Да. Это есть плохо. Подожди. Не, всплыл, короче, но. Фиолетово, короче, Жека, что он там всплывает, он очень маленький. Ладно. Блин, чекпоинт, зараза. Ныряй туда в воду и. И тони, типа, да? Нет, там же ж эти хрени есть. Там такой замес сверху, я тебе говорю, я плаваю, короче. Там справа чекпоинт, я надеюсь, что если я сейчас захлебнусь, то я встану возле того чекпоинта. Надейся, надейся. О, все, я сейчас, короче. Блин, так, понятно, сейчас я опять захлебнусь. Жека, подожди, стой, а, ну, короче, тебе надо возле того чекпоинта стоять, чтобы я резнулся рядом с тобой. Окей. Потому что я просто не знаю, магом там вот ты мне не сможешь там держать этот квадрат. Зачем, я прошел уже. Так я же говорю, ну я что не прошел. Я не понимаю просто, в чем у тебя была проблема. В смысле? Я наверх добрался, блин. Короче. Я уже замес прошел. А, ну их там сильно много. О, такого, все нормально, я сейчас по тебе резнусь. Все. Что за шарик? О, а он взрывается или нет? Да. Прикольно. Так, это тебе. Опа. Какая разница, нажимать кнопку или не нажимать? Так, чтобы наверняка. А это? О! А это кто-то, давай, да. Не, ты давай сверху, давай ту кнопку. Давай, ходу. Ну я не знаю, как я туда залезу. А вот так. Сейчас погоди, так. Раз. Кнопка в это вторая не войдет, видишь? Ты запрыгни на первую. Отстой! Давай. Нормально, вообще красава. Чекпоинт. Какой классный фонтанчик, слышишь? Ага. Туши. Не-не-не, держи как было. А ну подожди. No. Отойди чуть-чуть назад. Нет, это слишком. Встань вот здесь. Еще ближе чуть-чуть. Нет, не ко мне, туда. Вот так, вот стой. Неа. Хм.
мысль, однако, молодцо. Ой, аккуратно. Воу. Да чтоб тебя. Как я... А! О! А по нему нельзя. А ты это можно. Видел? А нет, можно. Нормально. Мы их выносим. Зверская машина. Так, эту нужно развернуть, наверное. Ой. Так, сюда. На родину. А ну, погоди. Вот так. Еще один. Че, пошли дальше. Так. Отлично. Это свои типа стоят? Да, свои вроде бы. Да. Пойдем. Ты шо, мы прямо вообще такие геройские. Пошли назад. Это нечестно, мы его не видели. Да, а? Я... Ого, ух ты ж. Стреляй. Я там сбил одного, короче. О, подожди. Сейчас. Мумочка. О, вошел. Сзади. Ай. Давай, я буду его атаковать, а ты... Ай, прикрывай, или как? Я бью тех, кто красавцы сзади, в общем. Сейчас. Сейчас я кину. Вот так. Что произошло? Тихо, у меня хп почти нету. А, мы его вынесли, я тебя поздравляю. Сейчас. Ой. Походу надо рвануть вот эту бомбу. Да. Все. Вопрос снят. Вот, а той прошел. И дракон, ой-ой-ой. Замечательно, слушай, ты какой беспредел. Stop right there and listen. Красавец. Ну, он. А, это же они кого-то там украли. О, нам ловешку дают. Соглашаемся. А нет. Блин, там кто-то. Ладно. Это ж походу его жена, короче. Да? Да. Да нет, голос мужской вроде бы. Не, это просто из мешка. А потом окажется, что там гоблин или дед какой-то. Это типа нас понесли? Или чё? А я что-то как-то сам завтыкал это. Так, ладно, пора, короче, всё, заканчивать. Спасибо всем, что были с нами. Как-то непонятно, кончилась игра или не кончилась, но тем не менее. Увидимся в следующих сериях. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, пишите комментарии. И мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Так что удачи и до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.